Здравствуйте, коллеги. Mapic Russia вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день. Меня зовут Александр Салов. Я являюсь консультантом московского офиса компании PlanRadar. Мы находимся сегодня здесь на стенде 18B. PlanRadar – это австрийская компания, разработчик программного обеспечения, облачного решения для строительного контроля, авторского надзора и для компаний, которые занимаются эксплуатацией недвижимости. Расскажите, пожалуйста, как вам выставка, какие настроения царят на вашем стенде? Может быть, уже подходили какие-то потенциальные ваши партнеры поинтересоваться вашим продуктом? Да, выставка получилась очень активной. Людей гораздо больше, чем мы предполагали, ввиду ковида и так далее. Но здесь это не ощущается. Все соблюдают меры предосторожности, когда общаются. И в целом, пока что впечатление очень позитивное. Вот, общаемся, подходят наши действующие клиенты, подходят клиенты, которые интересуются, подходят клиенты, которые видели рекламу о PlanRadar, но пока что еще не знают, что это такое. Так что надеемся, что последующие два дня будут такими же активными и удачными. Здорово. Я вижу, что у вас в руках планшет, и там, наверное, что-то очень интересное. Давайте немножко расскажем об этом. Да, как я сказал, у нас облачная платформа. Эта платформа доступна в виде программного обеспечения, вернее, в виде веб-версии на компьютере, и также доступно мобильное приложение. Мобильное приложение скачивается на устройство на базе iOS, Android и Windows 10, то есть, допустим, это iPad, то, что у меня в руках. Также можно скачивать на телефон, и, соответственно, работать в программе можно полностью в мобильном приложении, даже в режиме офлайн. Давайте, наверное, немножечко покажем интерфейс, покажем, что ваши клиенты смогут увидеть. Да, конечно. То есть здесь создаются проекты, загружаются планы, чертежи, по которым необходимо работать. Предположим, если мы говорим об эксплуатации, то это, соответственно, загружаются либо BIM-модели зданий, которые эксплуатируются, допустим, торговый центр, либо поэтажные планы. Вот, таким образом, находясь прямо на объекте, сотрудники, которые выполняют какие-то административные функции, контроль качества, они могут в случае нахождения какого-либо дефекта, замечания, сразу же в BIM-модели, либо на плане поставить метку, зафиксировать дефект, назначить ответственное лицо, поставить сроки, в течение которых нужно устранить, и даже приложить фотографию, видеозапись, либо аудиосообщение. Вот, таким образом, другие пользователи, которые являются ответственными за устранение дефекта, предположим, если это эксплуатация, то это какие-то мастера, электрики, сантехники, они получают информацию, видеоуведомления на свои мобильные устройства в виде пуш-уведомлений и приступают к работе. По мере выполнения они также фотографируют, меняют статусы, и вот таким вот образом происходит коммуникация при устранении дефектов. И все это сохраняется в истории, ничего не удаляется, соответственно, это полезно на всей жизни объекта. Получается, это улучшение коммуникации, максимально быстрое постановление каких-то конкретных задач и максимально быстрое их решение. Совершенно верно. При этом есть возможности аналитики и анализа. То есть по мере жизни объекта создаются задачи, под ними есть информация. Когда этих задач будет уже 1000, 1500, можно анализировать, каких типов дефектов было больше, какие задачи устранялись более быстро, либо более медленно. То есть это еще и аналитика, анализ всех этих данных, которые сохраняются вот тут. Замечательно, как новая интересная повестка 21 века. Получается, можно потратить немного денег на хай-тек IT какое-то решение, которое в долгосрочной перспективе, наоборот, сэкономит ваши средства. Да, безусловно. Тем более, что решение, оно работает по формату подписки. Платить нужно только за постановщиков задач, а исполнители по задачам являются бесплатными пользователями. То есть вы можете пригласить хоть 1000 исполнителей в виде мастеров, каких-либо сотрудников, которые выполняют ваши задачи. Ну и эффективность, и в том числе финансовая эффективность, она видна практически сразу же. Замечательно, спасибо большое, было очень интересно. Надеюсь, кто посмотрит наш ролик, заинтересуется вашим продуктом и найдут вас на нашей выставке. Спасибо большое. Спасибо большое, ждем вас на нашем стенде.